Подходите чуть поближе, мы сейчас покажем вашу фотографию. Внимание, это уже плантации. Да, также вот это бочки, русские бочки, где хранится вино. Там сейчас в последнее время они уже пользуются европейскими бочками. Это виноград для вина Винсантрум. Обратите внимание, значит, лоза, да, как скручивают корзинку. Это вот, значит, старая лоза, взрослая лоза. И вот здесь также показывают, каким образом это делают. Но у него есть своя система. Он лозу, видите, поднимает чуть повыше, из-за того, чтобы грозди винограда не касались земли. Также на фотографии очень-очень хорошо это видно. Это вот различные фотографии, да, где посмотрите семейные фотографии. Обратите внимание, это его папа, как он говорит, здесь он взял большое количество денег для, значит, для построить, чтобы завод и завод по изготовлению томатной пасты. Здесь сделали из маленьких санторинских томатной пасты и также для винодельни. Показывают здесь различные, да, аппараты, которые раньше использовали для изготовления вина. Γι' αυτό το πρώτο αγροτικό μάσμα πανελλαδικό στη Σύρο για να γίνει η αγροτική συνεταιρισμή. Όλοι για τα όλοι για τις και εδώ είναι πάλι το αγροτικό μάσμα στη Σαντορίνη. Το 1950 είπα, η Σαντορίνη, στο Σαντορίνη. Σαψιβίνης είναι αυτό? Στη Σύρο, τι είναι Σαντορίνη. Πανελλαδικό, Значит, да, это уже на острове Санторини. Ну, это уже очень старая фотография, видите, да, вы можете сказать. Пойдемте. Еще, да, сзади потерялся или нет, или все у нас? Нет, еще, есть, да? Также вот обратите внимание, сейчас давайте подождем. Или они уже не курят, сейчас спрошу. Нет, даже не куда пошел?